Մարզես մեզ է կենտրոնը այսօր հյուրընկալել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Կոխտային։ Նախ խնդրենք պարոն դեսպանը ներկայացնել այսօր իրավիճակը Ուկրաինայի ու նաև վերջին աղետից հետո, օթանավի աղետից հետո ինչ գործընթացներ են սկսվել և շարունակվում։ Խնդրեմ։ Барев зест, як найкю паранайк. Шановні пані та панове, уважаємо дами, господа. Значить, я думаю, що дійсно очень благодарен средствам масової інформації за столь особое внимание к событиям в Украине. Нам это очень приятно. Тем, что средства массовой информации, особенно где посол бывает и на публичных мероприятиях, всегда подходят корреспонденты и спрашивают о ситуации, даем интервью, брифинги проводим и так далее, и так далее. Поэтому я очень вам всем признателен, что несмотря на то, что период начинается каникулярный у вас, но тем не менее вы еще на каникулы не пошли и решили все-таки встретиться с послом. Я отвечу на все интересующиеся вопросы. Я думаю, что, наверное, самое первое, наверное, проинформирую вас о ситуации с катастрофой малазийского лайнера на территории Украины. Ну, а дальше мы построим свой вопрос-ответ. Пожалуйста, я готов ответить на все интересующиеся вас вопросы о ситуации в Украине. Вы знаете, что 17 июля на территории Украины стала большая авиакатастрофа, которая унесла жизни 298 пассажиров, граждан Нидерландов, Австралии, Германии, Малайзии, естественно, и так далее, и так далее. Это привлекло большое внимание мирового сообщества, поскольку сразу в день катастрофы создана государственная комиссия правительственная, которая на сегодняшний день расследует результаты этой авиакатастрофы. Значит, по нашим данным, значит, лайнер был сбит на территории Донецкой области, который контролируется боевиками, вот, боевиками, сепаратистами, или сейчас их применили термин и террористы. Украина имеет все доказательства для того, чтобы представить международному сообществу и в первую очередь международной комиссии, которая расследует результаты этой авиакатастрофы, что лайнер был сбит, естественно, сепаратистами и вооружением, которое поставляет Российская Федерация. Значит, вчера состоялось заседание Совета Безопасности ООН, которое единогласно приняло резолюцию о, так сказать, расследовании этой авиакатастрофы, привлечении к расследованию всех заинтересованных государств, представителей международных организаций, в том числе и Организации Объединенных Наций, и ОБСЕ, и, естественно, представитель государств, которые, граждане которые погибли в этой авиакатастрофе. Президент Украины вчера, значит, давая интервью CNN, еще раз заявил, что Украина заинтересована как можно быстрее установление результатов этой авиакатастрофы. Он призвал мировое сообщество, международные организации, все практически, значит, подключиться, в первую очередь, естественно, такую авторитетную организацию, как ИКАО, значит, ОБСЕ, объективному расследованию этого инцидента. Вчера президент Украины Порошенко пригласил для расследования этой авиакатастрофы представительство Российской Федерации. Вы знаете, президент Украины дал соответствующие указания на время расследования авиакатастрофы прекратить проведение антитеррористической операции в районе 40 километров. Поэтому международные представители, значит, международных организаций,
допущены сейчас до места авиакатастрофы. Правительство Украины создало штаб. Сегодня есть оперативные, так сказать, телефоны, оперативная связь для того, чтобы родственники погибших, представители государств, граждане, которые погибли в этой авиакатастрофе, надали при правительственной организации, предоставили всю необходимую помощь, информацию о вывозе тел погибших, идентифицировании их, установлении экспертизы и так далее, и так далее. Украина, еще раз повторяю, как и все мировое, естественно, сообщество, заинтересованы в объективном расследовании этой авиационной катастрофы. Мы имеем, я еще раз говорю, что имеем данные Службы безопасности Украины, Министерства обороны, другие компетентные органы имеют некоторые доказательства о том, что самолет был сбит сепаратистами или, как мы говорим, боевиками, которые орудуют сейчас на территории Донецкой и Луганской области. Естественно, что выводы сделает комиссия, будет принято соответствующее решение, и комиссия доведет до мирового сообщества результаты этого расследования. Вот такая краткая информация, это основной вопрос, который, так сказать, сейчас в поле зрения внимания мировой общественности, и я вот то, все, что могу вам сегодня на это сказать. Самое главное, я говорю, что, и еще раз подчеркиваю, президент, правительство Украины, все заинтересованы в объективном расследовании и для того, чтобы мировое сообщество узнало результаты этой авиационной катастрофы. Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ պահպանելով լեզվի մասին օրենքը, մենք կարող ենք նաև թարգմանել դեսպանի խոսքը, եթե ժամանակի սղության հետ կապված խնդիրներ չկան։ Դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել հայերեն։ Խնդրեմ, հարց։ Агентство Регнум, вот такой вопрос. Вы говорите, что есть доказательства украинской стороны о том, что был сбит именно, как вы называете, сепаратистами при помощи российского оружия. Российская сторона утверждает, что у нее есть доказательства обратные, обратного. Американцы говорят, что у них есть доказательства чего-то своего. Какие доказательства есть конкретно у украинской стороны? Значит, я вам хочу сказать, что действительно и украинская сторона, я уже подчеркивал второй раз, украинская сторона имеет свои веские доказательства о том, кто сбил данный самолет. Российская сторона имеет свои доказательства, американская сторона и другие международные организации имеют свои доказательства. Для этого создана международная комиссия и такой авторитетный орган, как говорю, ИКАО, международная организация, и ОБСЕ, которые возьмут эти все доказательства, аккумулируют, и специалисты придут, естественно, выводом. Потому что, понимаете, сейчас послу рисовать графики, как летел самолет, это, естественно, не входит в компетенцию. Но я еще раз подчеркиваю, Украина имеет очень много своих официальных веских доказательств. Это предоставила Служба безопасности Украины, в том числе переговоры сепаратистов или боевиков, в том числе, фотографии, доказательства, некоторые документы, значит, траекторию полета самолета, диспетчерские записи. Это все Украина предоставит международной комиссии для того, чтобы международная комиссия расследовала и приняла соответствующие выводы. Երեք հարց ունեմ, Վարուն Դեսպան, նախ շնորհակալություն ձեզ հանգամանալից ելույթի համար։ Առաջին հարցը, դուք ինչպես կբացատրեք այն փաստը, որ Ուկրաինայի արևելքում գործող անջատողականները տևական ժամանակ արգելում էին միջազգային դիտորդների մուտքը, տարած սահմանափակումներ էին դնում ժամանակի հետ կապված։ Սա մի հարց, և հետո երկու հարց են նշանակալություն։ Ինչ է սա նշանակում, որ սահմանափակումներ էին մտցվում։
Владивостоке сепаратисты не разрешали к наблюдателям прийти на катастрофу какая-то. Да, спасибо, спасибо. После катастрофы 17 июля правительство Украины неоднократно заявляло всему международному сообществу, что на территории, где упал самолет, значит, сепаратисты, боевики так званой, значит, Донецкой Народной Республики препятствовали, значит, доступу к месту авиакатастрофы, значит, представители правительства Украины, особенно Министерство чрезвычайных ситуаций, значит, правительство других государств представитель и также международных наблюдателей. Я думаю, что это было, наверное, связано сознательно для того, чтобы, так сказать, в первые минуты или в ближайшее, так сказать, время после катастрофы, наверное, скрыть какие-то факты или так далее, и так далее. Я не могу, так сказать, назвать мотивировки, почему вот эти сепаратисты или боевики, значит, не допускали представителей органов власти на место авиакатастрофы. Я думаю, что, наверное, они хотели скрыть какие-то, естественно, факты. Միջազգային համայնությունը Ուկրաինան փաստորեն մեղադրում է Ուկրաինայի արևելքում գործող անջատողականներին ինքնաթիռը խփելու մեջ, երբ մենք տեսնում ենք, որ բավականին լուրջ սպառազինություն է օգտագործվել, ի՞նչ եք կարծում, այդ սպառազինությունը անջատողականների մոտ որտեղից կարող է հայտնվել։ Современное, да, современное. Значит, не я считаю, а считает правительство Украины о том, что боевики, которые орудуют в Донецкой и Луганской области, имеют оружие, которое поставляется с территории России, в том числе через некоторые пункты пропуска неконтролируемого украинско-российского, и не только оружие, но современное точечное оружие. Это, об этом никто не скрывает, об этом знает мировое сообщество, потому что не могут боевики стрелять из рогатки, естественно, избивать самолеты. Тем более, что такая очень интересная вещь. Если вы помните вот эти события, которые были в последнее время на территории Донецкой и Луганской области, когда был сбит один военный транспортный самолет, 40 человек военных погибло, второй самолет, вертолет сбило. Значит, в социальных сетях, значит, сепаратисты очень четко сразу выставляли свои заслуги и результаты сбитых этих самолетов. Они очень хвастались, радовались, праздновали, что вот они сбили украинские военные самолеты. Как только был сбит гражданский самолет, сепаратисты сразу сказали, что нет, это мы не сбили, это украинская сторона сбила. То есть до этого они сбивали, а потом, когда пассажирские, это, говорит, не мы, это они сбили. Поэтому, естественно, что и мы имеем тоже веские доказательства и служба безопасности, ну и, в принципе, вы прекрасно понимаете, что и мировое сообщество, и Соединенные Штаты Америки, и представители Европейского Союза четко заявляют, что сепаратисты в Донецкой и Луганской области имеют полную материальную поддержку со стороны Российской Федерации, не только, так сказать, деньгами, но и вооружением. И как наши спецорганы имеют данные, что это не только вооружение, так сказать, стрелковое, но это сверхточечное, которое позволяет, значит, сбивать в том числе и самолет. Верчин Арсу, пан Десман, дук октагорцецик наев ахабекичнер езре. Менк каровен касел хетевабар, вор Русастан айлевес верацвеле ми петутян, вор финансаворуме ахабекичутюне. Нарекалюс. Значит, мы на сегодняшний день, и это в обращении президента Украины, значит, мы четко говорим, и мы будем носить предложение, что те сепаратисты, боевики, как бы мы их ни это, чтобы они были признаны международными террористами. Вот, поэтому естественно, что та страна, которая поддерживает
сепаратистов или боевиков на сходе Украины в Донецкой и Луганской области будет нести такую же ответственность за поддержку этих, так сказать, людей. Но мы можем сказать, что Россия та страна, которая спонсирует терроризм? В данном случае Россия помогает боевикам, Россия вооружает их боевиков, значит, она способствует вот этому, так сказать, процессу, который происходит в Донецкой и Луганской области. Պարոն Դեսպան, ես կուզենայի խոսենք հայ-ուկրաինական հարաբերությունների, քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների մասին, մասնավորապես մինչև հոկտեմբերի վերջ Հայաստանն անդամակցելու է Եվրասիական տնտեսական միության։ Այդ անդամակցությունից հետո հայ-ուկրաինական քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները ոնց եք պատկերացնում հետագա համագործակցությունը, շնորհակալ եմ։ Значит, я неоднократно говорил в прессе о том, что Украина и Армения заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества по всем направлениям, политическом, экономическом, культурно-гуманитарном сотрудничестве. И я бы хотел бы остановиться на таком важном событии, которое произошло на той неделе в Армении. Это еще раз подчеркивает о двустороннем культурно-гуманитарном сотрудничестве. Это вы все знаете, что в Армении прошел кинофестиваль, международный кинофестиваль «Золотой абрикос». И нам приятно, что, во-первых, этот фестиваль был посвящен 90-летию со дня рождения Параджанова, знаменитого человека, режиссера, который внес очень большой вклад в развитие украинского кинематографа. Именно он, мы считаем, что и его фильм, особенно «Тени забытых предков», принес украинскому кинематографу тогда очень большую славу и популярность. И нам приятно то, что вот этот фестиваль в основном был посвящен Сергею Параджану. Я хочу сказать, что мы, сотрудники посольства, к сожалению, не успели посмотреть все фильмы, но мы были на открытии программы украинских фильмов. Вы знаете, он был представлен 10 фильмами. Я, в частности, был на просмотре фильма «Тени забытых предков», и мы с своими коллегами посольства обменились мнениями. Это действительно уникальный фильм, и я поражаюсь таланту этому человеку, Параджанову, потому что я его смотрел еще в детстве, потом через некоторое время, я его посмотрел сейчас. Это действительно очень сильный фильм. Я думаю, что за этим фильмом видно творчество Параджанова, его мысли, его, так сказать, знания и так далее. Очень много можно говорить. Но с каждым годом, я говорю еще раз, смотришь на этот фильм и просто поражаешься таланту этому человеку. И другие фильмы, которые были представлены, это говорит о том, что Армения и Украина заинтересованы в двустороннем развитии культурно-гуманитарном. Я мог бы долго останавливаться на этом событии, но я считаю, это очень важное событие. И вы знаете, что в одной из номинаций победил украинский фильм. Фильм «Племя», который получил «Золотого абрикоса» приз. И это еще раз подчеркивает о том, что... И я уже не говорю о том, что украинская делегация была представлена во главе с заместителем председателя фильма Украины. Был знаменитый режиссер Роман Балаян, вы знаете его, и так далее, и так далее. И вообще я вам хочу сказать, что у меня даже такая мысль возникла, что Параджанов — это был человек очень уникальный, я еще раз говорю, и мы гордимся тем, что он жил долгое время, работал на Украине, в том числе и с Довженко, и я всегда говорю, что это человек, который родился, армянин, который родился в Грузии, сидел в российской тюрьме за украинский национализм. И я думаю, что если бы Параджанов жил в сегодняшнее время, я думаю, что он один из первых был бы на Майдане. Вот такое мое заключение. Что касается других позиций отношений, в первую очередь экономических и политических, то я хочу сказать, что и Украина, и Армения заинтересованы. Мы понимаем прекрасно, что сейчас Армения вступает в Евразийский экономический союз. Украина подписала соглашение с ассоциацией.
Сейчас она в ближайшее время ратифицирует это соглашение. И, естественно, между Украиной и Арменией есть определенные, так сказать, экономические отношения и экономические интересы. Украина за прошлый год товарооборот составил 223 миллиона долларов. Украина заинтересована в том экспорте, и Армения, который идет с Украины в Армению, естественно, с Армении в Украину. И поскольку тарифы в Евразийском экономическом союзе будут, наверное, меняться, естественно, мы и взяли обязательства перед Европейским союзом, то я думаю, что это необходим предмет переговоров. И мы как раз планируем где-то в конце года провести в Ереване межправительственную украинско-армянскую комиссию, в котором бы уточнить наши детали экономического сотрудничества. Это очень важно. Но я вас хочу заверить в том, что и Украина, и Армения заинтересованы в развитии, в дальнейшем развитии, не только в развитии, но и углублении двустороннего сотрудничества. Альхарц. Хантрем. Радзолур. Պարոն դեսպան, ուկրաինական այս ճգնաժամի ելքը որևէ կերպ չի երևում, երկու կողմերն էլ արմատական են տրամադրված, անդրադառնալները շարունակում են պայքարել, ուկրաինական կառավարությունն էլ փորձում է պաշտպանել տարածքային ամբողջականությունը, մինչև որտեղ է պատասխանը ուկրաինայի կառավարությունը շարունակել այդ իրավիճակը, այս ռազմական գործողությունները, և ինչ ելք եք տեսնում, սա կարող է վերաճել երրորդ համաշխարհայինի թե համանակային կողմ, այլևս Ուկրաինայի կառավարությունը չի դնա։ Хорошо, спасибо, очень интересный вопрос. Я вам хочу сказать, что у нас, как и у каждого, так сказать, в быту или в жизни, нет безвыходных ситуаций. И естественно, что Украина видит выход из ситуации. В первую очередь я бы сказал таким образом. Вы понимаете, что сейчас избрана новая власть. Есть президент в стране. Президент четко поставил инаугурационной речи программу выхода из этой ситуации в Украине. В первую очередь, естественно, это стабилизация на востоке Украины, Донецкой и Луганской области. Президент внес мирный план решения этого конфликта, прекратить, так сказать, боевые действия, сложить оружие. Кто не причастен особо тяжким преступлениям, все будут амнистированы, естественно. Децентрализация власти, особенно на востоке Украины, проведение досрочных выборов местные органы власти, в том числе в Донецкой и Луганской области, формирование, так сказать, местных органов самоуправления, которые бы имели возможность сами управлять этим регионом. Естественно, проведение парламентских выборов. Я думаю, что они пройдут где-то в октябре месяце. Парламент рассматривает такой вариант. Проведение конституционной реформы, в первую очередь для защиты прав и интересов всех национальных меньшин, которые есть на территории Украины, не только русской национальной меньшины, будем говорить, есть и другие, в том числе армянская большая национальная меньшина. И правительство, президент в своей инаугурационной программе четко заявил, что все нации, которые проживают на территории Украины, будут иметь полное конституционное право для защиты своих, первых, в первую очередь, культуры, языка, истории и так далее, и так далее. Я вам хочу сказать, что надуманный процесс или надуманный вот этот тезис о том, что русскоязычное население ущемляется на территории Украины, это надумывают только политики. И в первую очередь в Российской Федерации. Потому что никаких ущемлений нет. Я уже много раз говорил, что моя семья, жена русская, я украинец, и мы никогда не делим, так сказать, детей пополам. Все у нас одно. Поэтому в Киеве очень много людей разговаривают на русском языке. Никаких ущемлений нету, поэтому я еще раз говорю, чтобы новый президент Украины в своей инаугурационной
программе выступления четко нарисовал выход из этого кризиса. Единственное, что, естественно, желание этих, так сказать, боевиков, сепаратистов, которые орудуют на территории Донецкой и Луганской области, и в том числе некоторых политиков Российской Федерации, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, для того, чтобы, так сказать, не дать провести экономические реформы, административные реформы, конституционные реформы. И президент еще раз заявил, что он готов сесть за стол переговоров со всеми представителями всех регионов. Но с бандитами, с боевиками, с террористами президент и правительство не будет садиться за стол переговоров. Ինչպես եմ քնարի քուտեն ես մեի հարցնել ինչպես է դեսպանը գնահատում եվրամիության եւ ամերիկացիները ռուսաստանի դեմ քանի որ ինչպես ինքը նշեց ռուսաստանը զինում է բայց տարածներին եւ ուժերը արդյոք համարժեք է գնահատում միջազգային հանրության սանկցիաները շնորհակալ Ну, я вам хочу сказать, что я лично, как гражданин Украины, оцениваю эти санкции очень мягкие. Очень мягкие. Я как лично. Я не могу сказать, потому что ответить за европейские страны, за другие страны, так сказать, за Соединенные Штаты Америки. Но я вам хочу сказать, на мой взгляд, как гражданина Украины, я считаю, что эти санкции очень мягкие. И сегодня, в 21 веке, особенно после Второй мировой войны, сложились определенные устройства границ. И сегодня, если некоторые государства хотят сделать новый миропорядок, это абсолютно неприемлемо. И мировое сообщество должно призвать всех к порядку. В том числе, я говорю, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки вводят определенные санкции против Российской Федерации. Ну, достаточно и недостаточно, я еще раз вам говорю. Моя позиция как гражданина Украины недостаточная. Я не знаю, как на правительственном уровне, но я знаю высказывания и наших представителей Турида, что это недостаточные санкции для того, чтобы остановить, так сказать, вот эти агрессивные действия на территории Донецкой и Луганской области. У меня к вам еще два вопроса, но для начала небольшое уточнение. Вы согласны с утверждением о том, что восток Украины – это в основном регион, населенный именно русским населением, не только русскоязычным? Нет, но статистика говорит о том, что восточные области Украины, да, населены в основном русскоязычным населением. Не русскими, а русскоязычным населением. Это украинцы, которые говорят на русском языке. Граждане Украины русскоязычного населения. Я имею в виду этническое происхождение. Этническое происхождение? Да, они русские или украинцы? В большинстве своем. Я такую статистику точно не могу сказать. Ну, это почему проводит, то они русские. Например, подождите, да, ну дайте я отвечу. Я не могу сказать такой точной статистики русскоязычное население. Это значит те, которые, так сказать, считают свой родной язык русский. Но это не значит, потому что если дедушка родился у него на территории Российской Федерации, а сын и внук родился на территории Донецкой или Луганской области, то как идентифицировать его? Да, он считает, что основной язык его русский, идентифицирует себя к национальности русский. Это очень нормально, приятно,
звучит никаких проблем. И эти три региона, Донецкая, Луганская область, поскольку исторически сложилось так, вот, особенно когда развивалась угольная промышленность, металлургия, действительно на заработки ехали очень много, так сказать, граждане русскоязычного, тогда в советские времена русскоязычного населения. Ну и нормально, ничего, абсолютно. Но за это время, я еще раз говорю, за время независимости, за 23 года независимости Украины, все нации, почему мы говорим только о русскоязычном, нам нужно говорить и об армянах, нам нужно говорить и о болгарах, и о греках, и о евреях, и так далее, и так далее. Все очень многие национальности, которые Украина многонациональная страна. И все национальности, естественно, которые граждане Украины разных национальностей, они требуют, естественно, так сказать, сохранения своей идентичности, своей культуры, науки, там, истории, языка и так далее. И государство, цивилизованное государство в мире, все государства делают все для того, чтобы действительно дать возможность всем этническим группам сохранять свою историческую, так сказать, культуру, историю и так далее, и так далее. Я могу вам по примеру только Армении навести очень. Вот сегодня мы говорим разные цифры, что сегодня проживает в Украине 450 тысяч граждан Украины армянской национальности, некоторые, ну, последняя перепись была очень давно, в 2001 году, поэтому там маленькие, но сегодня, по неофициальным данным, где-то, наверное, 400-450 тысяч. И я вам хочу сказать, что в Украине очень много армянских памятников истории, культуры, архитектуры. Очень много. И посмотрите Каменец-Подольский. Вот последнее событие, значит, церковь святого Николая, по-моему, армянский храм передан армянской общине. Вы были все во Львове, прекрасный, значит, кафедральный армянский собор. Вы знаете, очень много других памятников истории, архитектуры, связаны с Арменией. И государство делает все для того, чтобы все этнические группы, все национальности, которые мы не говорим только о русскоязычном, нам говорить надо о других, чтобы они чувствовали себя гражданами Украины, но других национальностей полноценными, имели возможность изучать и свой язык, и культуру, и историю, и так далее, и так далее. Это только будущее Украины, это будущее всех государств. И, естественно, Украина делает все для этого, чтобы было. Я могу наводить очень много примеров, когда государство восстанавливает памятники. Вот даже, допустим, по тому же Львовскому, я вот был недавно во Львове, значит, месяц-полтора назад, когда был в Киеве. Значит, я посмотрел, действительно реставрировали фрески Евро-2012. Где-то около, наверное, 4 миллионов гривен мэрия Львова выделила на реставрацию вот этих фресков. Очень уникальный памятник. Очень много туристов с Европы едут смотреть туда армянский кафедральный собор. То есть это говорит о том, что Украина заботится об армянской национальной общине, которая живет на Западной Украине. Вот буквально сейчас или буквально через минут 15-20 в России откроется заседание Совбеза, где будет обсуждаться в контексте украинского кризиса вопрос сохранения территориальной целостности Российской Федерации. Путин будет там выступать, и вот такой вопрос, какие ожидания украинской стороны. В интернете есть много, очень такой большой разброс мнений о том, что вот начиная там, что Крым вернут, заканчивая, что войска введут, и все со всеми промежуточными мнениями. Вот ваша точка зрения, какие ожидания могут быть? Я понял ваш вопрос, я думал, что ответ будет такой. Давайте мы дождемся решения, вот, а после этого решения соответствующее правительство и Украина будет реагировать на решение этого совета, заседания Совета национальной безопасности России. Мы же не знаем, что они примут там. Хатрем. Կենտրոն հերոստանգերություն։ Կենտրոն հերոստանգերություն, շնորհակալություն։ Պարոն մեջ, կոնկրետ հուլիսի մեջ, Ուկրաինան Բելարուսից գնեց 44 հատ ռազմական նշանակության մազ վերնատար ավտոմեքենա, ինչը ռուսական կողմից բավական մեծ արձագանք գտավ, դժգոհություն, որ ռազմավարական դաշնակիցը իրավունք չունի հակառակորդին զենք ծախել եւ այլն։ Դուք տեղեկություն ունեք, Բելարուսը ամեն դեպքում գնացել է զիջման,
թե շարունակում է Ուկրաինային զենք եւ զինամթերք վաճառել։ МАЗ? МАЗ? Да. Такие машины МАЗ были военного характера? Да. Ну, знаете, я такой информацией не владею, поскольку я знаю, что у нас в Украине используются белорусские автомобили МАЗ, а как грузовые автомобили. Что касается их военного снаряжения, не могу вам ответить на этот вопрос, сколько Белоруссия поставила нам и так далее, и так далее. Поэтому да, вот... Извините, пожалуйста, грузовики, но для Министерства обороны Украины. Не, ну у нас есть с Белоруссией торговые отношения. Мы Белоруссии поставляем, значит, у нас товарооборот, если я не ошибаюсь, где-то порядка составляет 8 миллиардов долларов. Мы поставляем в Белоруссию очень много разных видов продукции, сельскохозяйственное, машиностроение, точно так же Белоруссия поставляет к нам. Поэтому я не исключаю, что МАЗы, которые были поставлялись для, в рамках двусторонних торговых отношений, были использованы нами в каких-то, так сказать, целях для Министерства обороны. Это вполне нормально. Мы тоже поставляем Белоруссии некоторые, так сказать, виды военно-технического сотрудничества. Мы поставляем очень много России кооперации в военно-техническом сотрудничестве. Это нормальный процесс. Я не вижу ни в чем в этой сложности. Կներեք, հարցս այսպեսին է, դուք տեղեկություն ունեք ռուսական կողմի դժգոհությունից նոտայից հետո Բելարուսը արդյոք չի գնացել զիջման եւ դադարեցրել այդ առևտուրը։ Не-не-не, у меня сведений таких нету, непосредственно по этому определенному, так сказать, случаю, как о котором вы говорите. Я единственное, что могу вам сказать, что, естественно, подписав, так сказать, договор о таможенном союзе Беларусь, Казахстан и Россия, естественно, они об этом говорят, что они будут защищать свой рынок и будут вводиться дополнительные какие-то пошлины на украинские товары, которые поставляются в эти все страны. Но практика показала уже, что не всегда, например, члены таможенного союза, в том числе и были сообщения, вы читали, и Казахстан, и Белоруссия, соглашалась на какие-то ограничения в торговле между Украиной и Казахстаном, или, например, Украиной и Беларусь. Поэтому, естественно, что какие-то процессы будут, какие-то страны будут, так сказать, указывать на это, что с Украиной не нужно в этом направлении торговать, а это, что не запрещать возить товары на территорию этих стран. Но это переговорный процесс, и детали я вот тут уже не могу вам сказать точно, кто кого запрещал и так далее. Я еще раз вам говорю, у нас сейчас из Белоруссии есть несколько, так сказать, вопросов, связанных с какими-то отношениями в торговле. Вы знаете, что Беларусь, так сказать, запретила ввоз на территорию, свою территорию большого количества картошки. Мы сейчас ограничиваем ввоз белорусского пива на территорию Украины и так далее. И так далее. Ну, это есть торговые отношения. Каждое государство в двусторонних торговых отношениях ищет какую-то выгоду и начинает защищать, естественно, свои рынки. Но мы всегда исходим из того, что это должно делаться в рамках, так сказать, договоренности раз. А потом есть у нас такая авторитетная организация, как ВТО. Вот там нужно все споры решать в системе ВТО. Շնորհակալություն, խնդրեմ այլ հարց, ներկայացեք միայն խնդրեմ։ Մեդիամաքս գործակալություն, պարոն Դեսպան, դուք նշեցիք, որ միջև տարեվերջ պաշտոնական Երևանի հետ բանակցություններ կանցկացվեն մաքսատուրքերի կարգավորման համաձայնության համար, ես կուզենայի ճշտել, կնշեք այն ապրանքատեսակները, որոնք որ հիմնականում Հայաստանը ներկրում է Ուկրաինայից եւ հակառակը, ինչ ենք Угу,
Да, да, могу сказать. Значит, если взять за 100% товарооборот между Украиной и Арменией, особенно если проанализировать экспорт Украины в Армению, то он составляет 50% мы поставляем сюда, это металл, строительный металл, арматура, поскольку вы себя прекрасно понимаете, что Армения сейсмическая, находится в активной сейсмической зоне, и естественно, что мы поставляем строительный металл. Я даже интересовался больше и разговаривал с многими представителями строительных компаний, в том числе и непосредственно строителями, все заинтересованы в поставке этого металла, поскольку качество его очень прочное, очень сильное. На этом рынке мы фактически в этом плане будем говорить монополисты по статусу. Хотя сейчас нам конкуренты есть, вы знаете, и Грузия поставляет часть строительного металла, и Армения начала выпускать свой строительный вот этот металл, прутки. Но все, у нас есть в Украине такое слово, фахивцы, то есть специалисты говорят, что украинский металл, даже если он чуть-чуть дороже, поскольку, так сказать, логистика его транспортировки сюда, она заставляет через море, потом Батуми, через Грузию, то многие, так сказать, ну, будем говорить, такие престижные строительные компании именно используют этот металл. Это часть, значит, нашего экспорта сюда, а вторая часть это в основном товары агропромышленного комплекса. Это и молоко сухое, это и сливочное масло, и подсолнечное масло, и наша знаменитая, так сказать, водка, и Немиров, и Хортица, и другие наименования, макаронные изделия, очень много. И вот эти основные товары поставки, и в первую очередь очень много и кондитерских изделий, в том числе и, вы знаете, знаменитая фабрика компании «Рошен». И я вам хочу сказать, я сам хожу каждое воскресенье в магазин, и я вижу, так сказать, вот эти украинские товары, особенно в Ереван-Сити, имею возможность и смотрю, не только смотрю, интересуюсь их покупательную способность. Поэтому они имеют уже за 23 года на этом рынке, они имеют свою, так сказать, как бы условный знак качества, потому что люди приходят в магазин, они хотят, чтобы было как можно дешевле и как можно качественнее, чтобы было. Естественно, они, эти товары, пользуются спросом. Я не думаю, что за 20 лет устоявшийся этот рынок Армении, украинские товары, что они могут быть так просто из этого рынка вытеснены. Это, значит, что касается армянских товаров на украинском рынке, то я вам хочу сказать, что у нас за последние 5 или даже, по-моему, больше 10 лет у нас очень много в Киеве, в других регионах открылись очень сети магазинов коньячных изделий. Арарат, в первую очередь, Ной, Кремлин, и вы так знаете. В Киеве, если я не ошибаюсь, их насчитывают где-то около 6-7 таких магазинов, фирменных красивых магазинов, в том числе на Крещатике есть, где продается армянский коньяк. Он пользуется очень, так сказать, популярностью, поскольку вы помните фильм «Бриллиантовая рука», когда он Никулину достал армянский коньяк, говорит, выпейте, говорит, рекомендует, расширяет сосуды, успокаивает нервную систему. То есть, и тогда вот эта бутылка армянского коньяка была. Я очень хорошо помню этот фильм и часто смотрю это. Поэтому поставляет на украинский рынок. Мы очень, к сожалению, в этом году погодные условия, которые сложились в Армении, не дали возможность экспортировать большого количества абрикосов, вы знаете, и в Россию, и в Украину. Украина в прошлом году очень много закупила абрикосов, потому что они, во-первых, очень качественные, вкусовые и так далее, и так далее. В этом я убедился я лично сам. Вот. Потом некоторые рыбные изделия, поскольку рыбная промышленность у вас, и я знаю, что в Киеве есть очень престижные рестораны, которые завозят живых раков. Пользуются очень большим, так сказать, спросом. Вот такая система нашего, структура нашего торгово-экономического отношения.
Есть и другие виды товаров. Мы еще иногда поставляли сюда, в Армению поставляем и пшеницу, ячмень для посевной кампании. Некоторые есть виды сельскохозяйственной, так сказать, техники были. Вот. Раньше, к сожалению, сейчас немножко... Раньше были наши автобусы «Богдан». Неплохие, кстати, автобусы, которые до сих пор ездят по Еревану. И практика показывает, что в некоторых вопросах они лучше, чем другие автобусы и так далее, и так далее. Շնորհակալություն, խնդրեմ դեպս մեկ հարցալ։ Շնորհակալություն, Տիկին Քալանթարյան։ Մի հարց էլ, պարոն դեսպան, եթե փորձենք քննադատական տալ, հա, այս ինքնաթիռի միջադեպից հետո ինչ կարող եք ասել, այ կարծիք կա, որ ասում են Ռուսաստանը միջազգային մեկուսացման մեջ է հայտնվել, ձեր կարծիքով ինչքանով է իրատեսական այդ քննադատական, շնորհակալություն։ Ну, я не знаю, как так, в изоляции, не в изоляции. Я единственное был, говорю, приятно, очень, сказать, удивлен. И приятное это, что заседание Совета Безопасности ООН, все 15 член, в том числе, вы знаете, Россия сейчас председатель в Совете Безопасности ООН, приняли единогласно резолюцию что до результатов расследования этой авиационной катастрофы. Будут результаты расследования, будут найдены виновные, будут найдены те, кто поставляет это оружие, с которых сбивают самолеты, тогда мы можем говорить о какой-то там изоляции. Это. Сегодня, как бы сказать, ну, не могу сказать, что ну, есть изоляция. Как? Да, предполагается, все европейские страны, вы знаете, сегодня заседание Совета министров иностранных дел в Брюсселе, наш министр иностранных дел, господин Климкин, сегодня будет докладывать о наших, так сказать, непровержимых данных, результаты вот этой авиакатастрофы, значит, министрам иностранных дел. Мы будем настаивать на введении сильнее, так сказать, санкций против Российской Федерации. Мы будем настаивать на том, чтобы дать гарантию Украине, значит, сохранение своей территориальной целостности, независимости Украины. Это очень важно. И мы стараемся, и вы знаете, что я говорю, что у нас сейчас новый министр иностранных дел, очень активный, вот, и он включился в эту работу, он постоянно визиты, и мы делаем все для того, чтобы убедить мировое сообщество, что Украина независимая, территориально целостная должна быть страна, и, естественно, тот, кто финансирует сепаратистов, боевиков, должен быть, соответственно, наказан. Но я еще раз говорю, понимаете, что такое? Ну, я понимаю, когда люди там собираются на митинг, там, когда они стреляют рогатками, кидают там еще булыжниками, но когда боевики Донецкой, Луганской области вооружены суперсовременным оружием, экипировкой и так далее, ну, понимаете, это уже, так сказать, организованная структура, которая инспирирована кем-то, которая руководится кем-то, которая, естественно, профессионально занимается ведением боевых действий. Շնորհակալություն, այլ հարց խնդրեմ։ Սիվիլնետ, ես խնդրեի դեսպանին անդրադառնալ Ղրիմի հետ կապված իրավիճակին, ըստ էության հիմա ուկրաինական պաշտոնական կողմից Ղրիմի մասին շատ քիչ է խոսվում։ Կարող ենք ասել, որ ուկրաինական իշխանությունը դեֆակտո հրաժարվել է Ղրիմից եւ համակերպել նրա կորստի հետ։ Значит, украинское правительство немало говорит о Крыме. Оно без устали будет говорить, и так оно и есть, поскольку ни одним мировым сообществом не признано Крым в составе Российской Федерации. Вы знаете результат голосования в Генеральной Ассамблее ООН, где четко сказано «территориальная целостность Украины». Вы знаете прекрасно позицию нашего президента. Инаугурационной речи он сказал, что Крым есть и будет в составе Украины. Вы знаете позицию правительства и Министерства иностранных дел о том, что Крым это временно оккупированная территория. Поэтому никогда никто без устали будет говорить о том, что вы говорите там, замалчивать и это. Это есть позиция международного сообщества, которая признана.
всем мировым союзом, в том числе Генеральной Ассамблеей ООН. И вы знаете, что действительно уже и Европейский Союз ограничил въезд некоторым гражданам Украины, которые получили российские паспорта, отказывают, потому что они живут на территории Украины, им говорят, вы должны предоставить украинский паспорт гражданина Украины. Вы знаете решение Европейского Союза. Вы знаете таких многих международных организаций, как ИКАО. Она не признает, территорию международного, полетов над территорией Крыма без разрешения соответствующей Украины. И так далее. Вы знаете, даже и некоторые, спортивные футбольные организации, которые не разрешили крымским клубам выступать, в других, лигах или чемпионатах. Поэтому я бы так не сказал. Это четкая позиция президента, премьера, министра иностранных дел, да и всех, в принципе, на территории Украины. Крым остается в составе Украины, и это признано всем мировым сообществом. Շնորհակալություն եւ եթե այլ հարցեր չկան, մեկ հարց ուղղակի ամփոփելու համար. Պարոն Դեսպանը իր խոսքում նշեց, որ Ուկրաինայի նախագահը չի նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ Դոնեցկի անջատողականների հետ. Պարզ է, որ կա խնդիր, կա հակամարտություն. Այդ դեպքում ո՞րն է ճանապարհը, խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու, եթե ոչ բանակցությունները. Я еще раз говорю о той позиции. Вы знаете, что создана контактная группа. По настоянию некоторых стран европейских, в том числе Франции, Германии и других, создана контактная группа. Контактная группа для контактных каких-то переговоров с так называемыми, представителями вот этих двух областей. Но это контактная группа для того, чтобы урегулировать мирным путем, для того, чтобы не гибнули мирные люди, для того, чтобы не гибнули молодые парни вооруженных сил Украины и так далее. Поэтому контактная группа работает. Но каких-то условий предъявлять правительству Украины, я еще раз говорю, и четкая есть позиция президента. Он, утвердил и внес предложение мирного плана урегулирования. Пожалуйста, давайте, сложите оружие, предоставим коридор, те, которые пришли воевать с территории Российской Федерации, даже предоставим коридор, чтобы вы могли спокойно покинуть территорию Украины и идти заниматься своим делом в Краснодарском крае, выращивать помидоры и так далее, а не заниматься дестабилизацией. Пожалуйста, давит даже это. Но, естественно, тем, на кого в руках особо тяжкие преступления, естественно, им пощады не будет, потому что они должны ответственно, если они сделали преступление, совершили на территории Украины, они должны, естественно, отвечать в соответствии с законом Украины. Поэтому я бы не сказал, да, я еще раз подчеркиваю, что контактная группа, которая проведет, но официальные лица за стол переговоров с террористами, с боевиками не будут садиться. Тогда, если сядут, то тогда будет признание их, организации, получается. Поэтому нет, это заявил и президент, и вот последнее интервью министра иностранных дел, если вы читали в «Украинском правде», он четко сказал, что министр иностранных дел не будет садиться с террористами-боевиками. Контактная группа, да, находить какие-то контакты, но есть мирный план решения президента, и, пожалуйста, давайте садитесь за стол переговоров, тем более, что президент сказал, что он готов услышать каждого гражданина Луганской, Донецкой области, шахтера, рабочего, фермера, бизнесмена, о том, как обустроить дальше развитие этого региона. Это не очень простой регион, вы знаете, это очень промышленный регион, шахтерский и так далее. Там есть свои специфики. Շնորհակալություն, հուսանք, որ թե Boeing 777 օթանավի ողբերգական կործանման պատճառները կբացահայտվեն և վստահություն կներշնչեն այդ բացահայտումները փորձագետների եզրակացությունները, և թե այս հակամարտությունը ծագած ներքին հակամարտությունը ի վերջո լուծումը կգտնի և խաղաղություն կհաստատվի։
ավարտվեց մեր այսօրվա ասուլիսը Ուկրաինայի Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կոխտայի հետ մեդիակենտրոնը հրավիրել էր պարոն դեսպանին պարզաբանումներ ներկայացնելու երկրում արկա խնդիրների վերաբերյալ հիշեցնեմ նաև որ մեդիակենտրոնը հարթակ է քննարկումների ասուլիսների բանավեճերի համար շնորհակալություն հաջողություն ձեզ